Потешайся. Ли сегодня грибки будут
очень люблю грибки. Да с кашицей, с кашицей. Видит ли солнце, или гроза бушует мне теперь все равно? Чего поешь? Дела, что ли, другого нет? А что делать? Зачем тебя мы взяли в дом такую? Говорил я сыну, не женись на Катерине. Не послушался, хороша жена, пятый год замужем, а ребеночка еще не родила. Я сама грущу, я сама грущу, но я сама грущу, я сама грущу, но с собой веселее мне было бы, если бы родился какого-нибудь молодца подцепить, да гулять с ним над мужем насмехаясь. Нет, шалишь, высок забор, собаки спущены, работники верны. Плотину-то на мельнице прорвало, и прорва-то такая огромная. Как теперь быть, а? А работы, как назло, много. Придется ехать самому. Поезжай, без хозяйского глаза нельзя. Народ ненадежный. Что не рассмеиваетесь? Вот посмотри, отец нового работника сегодня нанял. Ладно, раньше где служил? У колганы. А за что тебя прогнали? Лошади готовы. Ну, делать нечего. Прощай со женой. Ну, теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись. Не так, ноги, ноги, ну!
работник новый, девичур окаянный. Какую хочешь бабу до греха доведет, всем взял и ростом, и лицом, и красотою. Он прежде у Колгановых служил, самой хозяйкой спутался, зато и выгнали. Чтобы за
предложение у меня к вам есть. Ну? Побороться с вами. Что ж, попробуем. Раз тут весь народ.
Это кто? Кто стучит? Не извольте пугаться. Это я. Кто? Сергей. Сергей, зачем? Что тебе надобно ночью? Дельце есть. Отворите! Какое дельце? Отворите! Тогда скажу. Ну, что тебе? Пришел к вам книжку попросить. Какую книжку? Почитать. Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж книг не читает. Скука одолевает. Что ж ты не женишься? На ком хозяйская дочь за меня не пойдет? А простых мне не надо. Необразованно все, а я человек чувствительный. Вот и скучаю. И я скучаю. Как не скучать? Если могла читать я книги, книги иногда дают нам бездну пищи для ума и сердца. Но разве может чтение дать нам счастье, что дает нам любовь? Ну, скажем, был бы у вас предмет со стороны, так как все другие делают. Да вам в вашем положении видеться с ним почти невозможно. Разве был бы он здесь, в этом самом доме? Думаете, не понимаю, сколько лет у хозяев живу. Нагляделся на женскую долю. Да, ну что ж, Сергей, уходи. Я пойду. Прощай. Вот лежу я на вас и чую, что и вам не легче, чем мне. Что ты говоришь? Позвольте мне. В ваших руках теперь и во власти это все состоит. Неправда! Это правда все! Пусти, человек, я прошу ко мне! Пусти! Не смей, слышишь? Я прошу за окно! На что тебе бросаться?
я мужняя жена. Ты мужа не любишь. Клятву дала мужу, не губи меня. Куда я отсюда не пойду? Свёкр двери запрёт. Доброму молодцу и окно дверь моя. Значит старость. Не спи. Thank you.
окнами у чужих жен похаживал, песни пелал, что в голову придет, а иногда и в окна собирался, хорошо прожил жизнь. Еще бы так, Зиновий не меня, не тот характер, мне бы его года, вот бы я. Свет в окне, не спится Катерине, известна женщина молодая. Кровь, значит, играет, а утешаться не с кем. Будь я помоложе, хоть лет на десяток. Прощай, Катя, прощай. Это что такое, голос какой-то? Надо посмотреть. И правда, Катерина мужа изменяет, молодца. Должен опоздал Борис Тимофей. Как черт сраму, да сколько проводит. Прощай, Катя, прощай, Серёжа. Катерина! Что такое? Я сплю! Спишь, спишь, а не так давно ты к окну подходила, звезды считала, восход ждала. Катерина, кровь выступает, кровь выступает. Смотри, отпусти! Правей, брат, у тебя много подобрали. Что не хотел, халуй! Дети, помните двери!
прикажете мне постекать? Нет, хватит. За раз много нельзя, еще сдохнет. Отнесите в кладовую, завтра снова драть будем. Проголодался я, не осталось ли чего от ужина. Ну, кому я говорю? Грибки осталось. Это дело, давай сюда грибки. Поди оденься, ведь ты чуть не голая, по дому ходишь. Иди. Меня внутри воды принеси. Не принесу. Что, как ты сказала, ты смеешь? Смею. Смеешь? Смею. Смеешь?
со мной. Крепко, значит, на ночь поели многие, многие. Эх, поживши, помирают. Зови, папа, Катеринушка милая, зови, папа, может, и правда смерть моя приходит. Жар, 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 дождь, пожар, я много пожил, много грешил. Папа, сюда, папа, сюда, Боже, Боже, какая боль, какая боль. Где ключи от кладовой? Душно. Еще крепкий был старичок. Крепко, значит, на ночь поел многие, многие. Эх, поевши, помирают. И точно, ох уж эти мне грибки да ботвиньи, как сказал Николай Васильевич Гоголь. Великий писатель земли русской. О, чудные мысли перед смертью приходят. Борис Тимофеевич говорил, что он как крыса издыхает. Только не может этого быть, крыса дохнет. А человек представляется чудно. Однако панихидку не мешает отслужить. Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка. Никому ни за что не отдам.
Приходит конец любви нашей. Почему? Приедет Зиновий Борисыч, законный твой супруг. Как же мне быть? Смотреть, как ты законным мужем спать ложишь, да? Прочие, которым все безразлично, лишь бы лаской насладиться, побаловаться. Ведь я деликатный, я чувствую, что такое любовь. Эх, зачем я тебя полюбил? Тебе ли моей полюбовницей быть. Эх, хотя я хотел перед Богом стать твоим супругом. А так, что видимся мы только ночью, а при солнышке боимся показаться людям на глаза. Не печалься, Сергей, сделаю тебя супругом и жить с тобой как следует стану. Как же это ты сделаешь? Не твоя забота, не печалься, не грусти, Сергей. Oh, Jerry!
Львовна. Убийца, я пришел посмотреть, как ты с Сергеем согреваешь постель моего сына. Сергей, Сережа, посмотри, видишь, страшный стоит Борис Тимофеевич. Да что ты, никого там нет, успокойся, Катя. Страшно, Сережа, спаси, спаси, спаси меня. Милый, дорогой, крепче прижми меня к сердцу. Слушай, Сергей, Сергей. М? Слышишь? Что такое? Кто-то ходит. Тихо, тихо. Тебе опять мерещится. Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой.
живете, можете. По театрам не ходим, по балам то же самое. Так значит, дома все сидели? Дома. Ха, хорошо, ну ладно, как же папенька-то умер? Так, умер и похоронили с честью. А почему постель на двоих приготовлена? Вас все дожидалось. И на том спасибо. А это что за предмет? Где? Здесь, сколько мне известно, это мужской поясок. Задумала, что и юбку им подвязала. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках. Что же вы слыхали? Слыхали мы об амурах ваших много. Что слыхали? Все слыхали. Что слыхали? Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все. Я не люблю, когда со мной я говорю, так рука в руки, с детям не бью, таких-таких чисто стало говорить. Да я чего не знаете совсем, а я все остановлю. Не позволю, не говорю, 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 не я отвечаю за честь, и скажи мне правду. Ну чего? Скажи мне правду. Не хочу я говорить, я все равно веселки, Купчик, ничего ты не поймешь. Ну-ка, ну-ка, получи. Сергей, какой, Сергей, какой Сергей? Кто это? Нет, какой Сергей? Крепче. Сволочи, на помощь! Ой, ой, душа! Папа! Вот тебе поп! Теперь шабаш. Скорее! Сейчас, сейчас! Все! Баста! Целуй, целуй, целуй меня! Батя! Thank you.
была кума, пить любила без ума. Ох, у меня был милый сват, на вино и водку хват. Ох, крестный батя тоже был, хорошо покойник пил. Ох, 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 без вина моя родня не могла прожить и дня. Ох, ну, а чем я хуже их, дую водку за троих. Ох, ох, начинаю пить с утра, ночи, дни, вечера, зиму, лето и весну, пью, походу, не усну. Но буду пить я целый век, я душевный человек. Ох, 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 ох. Хорошо петь, когда есть что пить, а когда нечего пить, тогда нечего петь. А почему нечего пить? Потому что денег нет. Планида у меня такая, а у другого бывает планида хорошая. Вот Сергей тоже был голый нищий, теперь может вот и купаться. Почему не меня, а Сергея, муж я себе беру? Да чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планеты нет. Желаю выпить погреб здесь. А хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, все смотрит. Должно быть там хорошая водка. Смотрит, 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 посмотрю. И ох, какие там, наверное, есть вина. Ой, что делать мне? Ой-ой-ой, что делать мне? Убили! 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 Я же дурачье подумал, неужели все закуски протухли? Посмотрел, боже, а там мертвец! Ой, 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 ко мне на помощь и на караул! Ой, спасите, люди, помогите! Ой, ой, полицию! Thank you.
словно краше солнце в небе. Да, да, весьма прелестно, ручка горько. Много выпито, да, дельце такого рода, да, одним словом, дельце. Не тяните, не тяните, бежите, бежите, ох, Сергей, прости! Вяжите! Вяжите!
Ну, давай, завязывай! Живо! Пусти! 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 Держи, 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 держи! Пусти! Да, пусти меня! Пусти! Бесконечные наши думы.
безотрадные. И жандармы бессердечные. Забыла. Какой грех, Сережа? А кто до каторги меня довел, забыла? Сережа! Подоедь! Прости меня, Сережа! Уйди, ты жизнь мою сгубила! Уйди! Тихо, просто сволочь.
почтенье. И как это ты всюду поспеваешь? Четвертак унтеру я дал. И где ты столько берешь четвертаков? У купчихи. У купчихи. Ну и дура твоя купчиха. Известно, дура, дура. 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 Саняточка моя, желаю я тебя попросить доставить мне радость жизни. Какую это радость? Известно, какую. Какой прыткий, иди к своей купчихе. Опротивила она, опротивила она мне страшно. Чего ж ты хороводился с ней? Из корысти. А думаешь, я радости даром, что ли, буду доставлять? Обчелся! Стой, Санета! Ну вот, ложись, то стой! Люблю тебя, люблю тебя! Люблю тебя, люблю! Люблю! Докажи, что любишь! Что ты хочешь от меня? Чулки порвались, холодно мне, да будь чулки. Да где же? У купчихи. Верно. Ладно, да буду. Катя! Сережа, пришел! Катя, не сердись ты на меня, прости! Сережа, ведь ты один у меня, моя радость! А ты оскорбил меня жестоко, Сережа! Катя, прости! Тяжело мне, последний, может, раз с тобой я вижусь. Почему, Сережа? До города дойду, больницу слягу, кандалами ногу натер, а нестерпимо. Я без тебя буду делать, без меня дальше погонят. Погонят! Не могу я дальше идти, больно. Сережа, не могу я без тебя ни минуты быть. Что делать? Я не могу, Сережа, не покидай. Если б где-нибудь шерстяные чулки добыть, помогло бы, наверное. Чулки, что ж ты раньше молчал, Сережа? Вот чулки, Катя, спасибо, радость ты моя. В
Вот, возьми. Ну, я сейчас приду. Куда ты? Сейчас приду. Сережа, Сережа, куда ты ушел? Тихо же ли ты, я все хочу. А прыжовничек-то ты, он и знать ее не хочет. А его не хочет ты, он и знать ее не хочет. А только я долго стала в уле, потеряла свои радости на воле, а в него не жениху. Потеряла свои радости на воле, а в него не жениху.
Тогда страшно. Слышишь?